Всем привет, с вами Ниломоб, мы продолжаем проходить игрушку под названием Vampire. И что ж, что нас сегодня ждет? Мы видим с вами справа текст, который гласит нам следующее. Собрать ингредиенты для противоядия. Получить каплю крови Вильяма Маршалла у лорда Редгрейва. Получить каплю крови короля Артура у Джеффри Маккалума. Отыскать инсулин в старом морге Пембургской больницы. Нажимаем карту. И вот смотрим все точки. Нам тут уже отметили все точки. Секундочку. Все точки мы видим с вами. Куда нам, что нам. То есть нам будет, надо будет на кладбище вернуться, где мы с сестренкой валились. В больницу заглянуть. И также нам нужно будет опять пойти в Вест-Энд. Я предлагаю в первую очередь как раз отправиться сюда, потому что это ближе всего. А потом уже будем думать, что нам делать дальше. Наверное, потом в больницу пойду. Когда я подойду к этому Вест-Энду, мы начнем уже оттуда, собственно, запись. То есть, потому что путь не особенно интересен будет. Приятного просмотра, спасибо за лайки. У кого кровь чиста, как не у Вильяма Маршалла? Лорду Редгрейву придется поделиться ею со мной. Ну, вперед! Давайте делитесь. В гости заходим. Вам здесь не рады. Дверь заперта! Они не хотят, чтобы я сюда так просто проник. Значит, нам нужно найти обходной путь. Сзади. Был проход, по-моему, сзади в это здание. Сейчас найдем. По-моему, тут была возможность сзади пройти. Там ругается. Вот тут, кому можно было залезть. А ну-ка, здесь ворота. Так. Через балкон? Нет. А вот эти двери, наверное, мне поддадутся, да? Задний. О-о-о! Сходу будет мокруха! Загрузка. Клуб Аскалон. Ой! Кто-то уже валяется. А, для Аскалона персона нон-грата. Чтобы поговорить с лордом Редгрейвом, придется что-то придумать. Ну, давайте думать. Кто-то уже валяется, вижу. Чувак, ты что тут развалялся? Был охранник, по-моему, при входе раньше. Сейчас. О! Ой! На нас нападают. 30, какой там 32 уровень? Блин, по-моему, силен. А я что-то его тут наколдуешь на него. Так. Раз, два, три и двоечкой. Сколько я ему снес урон? О, 30! 30! Он очень силен. Но я попал. Вроде немного ему сношу хп. Он себя лечит, понял? Застанил. Бам, бам, бам. О, он с одного удара меня выносит. Восстановился немножко. Раз, два, три. О, попал. Он тоже неплохо своей палкой машет. Раз. Кусай, 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 кусай. У меня стан откатился. Раз, два, три. Промазал. Оп. Раз, два, три. Попал. Нету энергии. С энергией у меня вообще плохо. Кто крови много. Раз, два, три. Так. Оп. Промазал. Раз, два. О, кусаем. Ну половина хп у него. Вечно это половина. 4, 4. Оп. Раз, два, три. Есть, увернулся. Энергии маловато. Раз. Раз, два, три. О, чуть меньше. О, пятерка есть, пятерка есть, пятерка, пятерка есть. Так, есть такое. Раз, два. О, все. Улетучился малой. Фу, блин. Ну, я не знаю, я еле с ним справился, они очень сильные. Восстанавливаемся, восстанавливаемся. И ничего от него не выпало? Так, шиллинги, свинцовая пластина. Ну, мало всего дало нам от него, мало. Так. Найти Редгрейва этого. И где он тут? Скрывается от меня, голубчик. Я одного завалил, этого охранника, да? Какая-то комната, это что, выход? Нет, это кабинет.
О, слушайте, это, по-моему, он. Да? Добрый вечер, лорд Рейнгрейв. Что вы здесь делаете, предатель? Эта дерзость будет стоить вам жизни. Нет времени спорить, лорд Рейнгрейв. Я могу побороть эпидемию. Но для этого мне нужна ваша помощь. Прекрасно. Мы еще держимся. Но хаос нужно прекратить как можно скорее. Скажите, что вам нужно? Кровь Уильяма Маршалла. Кровь Уильяма Маршалла, моего создателя. Вы в своем уме? Это же чистейшая, чистейшая кровь. Вы в чем? В мире. Мой создатель подарил мне ее на поле боя. Вы ее не получите. Утю-тю. Не смейте мне мешать. Это последняя надежда города. Прекратите этот фарс. Давайте его, типа, это самое. Ради города ему скажем. Это важнее судьбы клуба, вашей и даже моей собственной. Это последняя надежда Лондона. Что ж, раз так, думаю, ситуация обязывает меня отдать вам каплю этой крови. Благодарю вас, милорд. Если вы спасете город, то докажите, что вы настоящий слуга короны. Добрый путь, доктор Рид. Наша судьба в ваших руках. Все, я с ним по-пацански нормально побеседовал, и все, галочка у меня стоит. На меня, надеюсь, больше никто не будет тут нападать. Но с этим вот охранником, я думаю, тут их будет больше. Тут всего лишь он был один. Мы можем теперь отсюда выйти через эту дверь главную. Хорошо, одна галочка у нас стоит. То есть мы забрали только что кровь. Я его победил не с первого раза, но тем не менее... Пришлось немножко попотеть. Ну, потратил минут 10, наверное, на сражение с ним. Сейчас мы догрузимся до города, посмотрим на карту, попробуем сориентироваться, куда нам дальше двигаться. Но, как я уже говорил ранее, моя приблизительная цель следующая, это как раз отправиться к больнице. А больница у нас находится вот в этой точке. Чтобы до нее добраться, придется чуть-чуть пробежать. Вот. Получить каплю крови короля Артура у Джеффри Маккалума. С этим мужиком мы тоже уже дрались. Была серия, если вы помните. У него еще было... Он так светом, сверху с потолка светом на нас атаковал. По-моему, это он был. Так, хорошо. Сейчас я добегу до больницы, а там уже начнем смотреть, что там будет за контент. Кажись, я подхожу к больнице. Давайте поглядим на карту. Вот мы и возле нее. Фактически, немножко мне не хватает. Сейчас мы зайдем внутрь. Так, что это у нас за проход такой? Это, кажется, есть чеснок, я не могу, но на складе лекарств в Пембрукской... Там что-то. Давайте зайдем, а тут нельзя зайти. Но нужно как-то найти способ попасть внутрь. Так, где это я нахожусь? Давайте погляжу. Внутрь, вот это, перед нами как раз есть Пембрукская больница, и нам нужно найти способ в нее сейчас проникнуть. Желательно, не ломая на своем пути... Ничего ненужного. Так, где тут вход? О, как кажется, это вход в больничку. А ну-ка. Кажется, это он. Так, найти инсулин в морге. А, подождите-ка. Я сейчас в морге нахожусь, что ли? Escape. Артура, Джеффри, искать инсулин в старом морге Пембрукской больницы. А, я реально в морге нахожусь. Мы здесь должны его найти. Ой, дядька, вот кто такой? Вас тут не ждали. У него тут что-то много хп у него. Пятерочка его. Бам, 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 бам. Еще и погрызу тебя чуть-чуть. Кровишки тебя вытяну. Или как? А добить хватит, селенок? Кажется, хватило. Что с него выпало? Мы здесь должны инсулин найти. Стопе. Ничего не понимаю. О, так, подождите-ка. Каплю крови короля Артура. Отыскать инсулин в старом морге Пембрукской больницы. Найти инсулин в морге. Это моя текущая задача. Где мне тут его искать? Инсулин! Выходи, подлый трус. Это что? Это выход, по-моему. Но я сейчас в морге, это 100%. Я помню это помещение. Здесь мы уже с вами неоднократно воевали, бегали, прыгали и орали. Вниз спуск и наверх подъемчик. О, там какой-то мужичок с крестом. Привет. Оп. А, сзади уже меня поджидают. Уходим. Раз, два. Ай, назад, уходим. Немножко надамажу. У меня зато энергии много восстановилось. Ой, там с крестом своим бежит. Раз, два, три. Уходим. Ходим назад. У нас откатилось почти стан откатился.
Раз, два, три. Ой-ой-ой-ой, жестко дамажит. Ну, давай станом его. Раз, два, три. Уходим. Ой, крестом, крестом бьет. Крестом дамажит сумасшедший. Так, раз. О, крест, крест. Ай-яй-яй-яй, кровь всю выжигает у меня. У меня нету запасов крови. О, пятерка откатилась. Так, энергия есть. Стан есть. Раз, два, три. И стан, 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 стан. Добей, 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 добей. Есть, справился. Четырех уничтожил. Четырех уничтожено было. Крови жалко нет. Очень мало. Если есть крови, то очень мало. Фух, четырех уничтожил. Патронов насобирал каких-то. Ну, оружие у нас какое-то там было, но очень слабое. Здесь мы все собрали. Сейчас посмотрим тут наверху, что можно было еще с этих чудиков посмотреть. Что я же их тут уничтожил. Может, они что-то уронили. О, может, здесь как раз инсулин валялся. Там что-то блестело на полке. Тут ничего. О, ящик. О, нашел кодеин. Тут что-то блестит, да? А ну-ка. Тоже кодеин. Да что ж такое? А где мой... Нужен мне... Кто там был? Инсулин мне нужен. Инсулин. В старой Пемпурской больнице. Где инсулин? Сейчас тут вам все разбомблю. Инсулин гоните. Гоните инсулин. В правой дальней комнате. Что-то на столике есть. О, инсулин. Он намного лучше чеснока. Помогает при заражении крови. Куда мне опасен? Спасибо доктору Паулеску. Нашел его. Фух, теперь остается только отсюда выбраться благополучно. В принципе, наверное, эти сражения неинтересно особо лицезреть. Как мы сюда добрались, я смонтирую, вроде попробую поудачней. Теперь бы нам отсюда побыстрее убраться. Но жалко, что человека через окно нельзя выпрыгнуть. Уйти, и теперь нам нужно будет добраться до вот этой точки. Вот, у нас уже есть две галочки зеленые. Получить каплю крови короля Артура у Джеффри Маккалума. Нужно к кладбищу добежать. Но когда к нему доберусь, я уже оттуда начну запись. Я не ту кнопку наклацал. Ну ладно. Где-то здесь он должен быть. Эй. А, вот он стоит. Нашел его. Привет, дядька. Мне нужно с тобой побеседовать. Добрый вечер, охотник на вампиров. Пришел прикончить меня, кровосос? Я так просто не дамся. Весь в шрамах такой. Пристаньте, Маккалум, мне нужна ваша помощь. Правда? Любопытно. Ну, говорите. Мне нужна кровь короля. Кровь Артура. Уверен, что она у вас есть. О, и я должен ее получить. Самая священная и драгоценная реликвия стражей. Зачем вам, а? Вы нашли мемуары маршала. Зря я их не уничтожил. Маккалум, мне нужно противоядие, чтобы спасти. Я готов поверить, что вы говорите правду, но мне нужно узнать больше. Что вы собираетесь делать? Я должен установить кошмар. Я не могу вам сказать. Я могу установить эпидемию, скажем. Чикс? Маккалум, я нашел переносчицу болезни, источник инфекции. Я применю любой научный метод и любые сверхъестественные силы, лишь бы остановить эпидемию. Доктор Вампир видит Бог, вы жуткое существо, Джонатан Эммит Рид. Как же вы не понимаете, уже с самого начала мы хотели одного и того же. Побороть эпидемию вампиризма. Может, мы и правда не враги? Ладно, берите, другого спасителя у города нет. Но берегитесь, если вы меня обманули, доктор Рид. Все, он дал мне кровь короля Артура. Попрощаться. Благодарю вас. Прощайте, Маккалум. Не верю, что говорю это, но удачи вам, Рид. Так, мы все собрали, все ингредиенты. Найти тайное место, чтобы создать противоядие. Тайное место теперь нам нужно какое-то найти. Ну вот, ближайшее убежище здесь. Наверное, в этом убежище нам и нужно будет скрафтить, собственно, вот это зелье. То есть наша точка сейчас будет вот это вот... Маркер игрока. Я сам его поставил, и нам это убежище сейчас добраться. Мы должны подойти к столу верстаку, крафту, наверное.
Лекарство. Это что, мемуары Вильяма Маршалла? Несколько древних пергаментных листов из книги мемуаров Вильяма Маршалла. Исследовать. Образец концентрированной свежей крови. Малая доза концентрированной свежей крови, из которой можно создать сыворотку выносливости для вампиров. Исследовать. О, видите, третий левел. А теперь у меня есть ингредиенты для сыворотка по рецепту слез ангелов, где чеснок заменен на инсулин, чтобы усилить защиту от инфекции кошмара. Крафтим. Есть у меня теперь это дело. И теперь что? Смесь, похоже, стабильна. Теперь нужно найти Харриет в канализации. Опа! Обновленные задания. Чикс! У меня есть противоядие, и я готов выступить против Харриет Джонс, кем бы ее теперь не сделала зараженная кровь Элизабет. Как вампир и как врач, я последняя надежда Лондона. Я готов сыграть свою роль в этой трагической пьесе, добраться до логова Скалей. Ну, видимо, там тоже будет непросто это все дело провернуть, да? Так, кажется, я добрался до логова Скалей. Смотрим карту. Вот, мы можем сейчас туда внутрь попасть. Давайте же посмотрим, что там. Давайте же заглянем внутрь, в этот подвал. Да, найти... Все разгромлено. А, ну да, территория помойных скалей. Найти там кого-то там найти. Хорошо, их просто перебили. Привин, нет, это не их почерк. Всех перебили, капец. Так. А где мне теперь ее искать? Идти по кровавому следу. Так, буква В. Вот он, кровавый след. Я могу теперь по нему ориентироваться каким-то образом. Ну вот, он сюда тянет. Она тут раньше сидела, по-моему, да? Куда делась Харриет? Я наверняка сумею ее выследить. Она тут сидела. Помните? Вы помните серии предыдущие, надеюсь. Так, хорошо. Кровь. Вниз не идет. Вот сюда кровь нас тянет. Вот следы, вот следы. Вот след. Вот след. Тут все меньше. И меньше крови становится. Подожди, вот я спускаюсь. Тут вообще... Нет, есть кровь. Да, она тянется. Наверх вот. Перемещаюсь. А где это я? Подожди, я не помню этой локации. Ладно, я перепрыгнул и двигаюсь дальше, да? Что там внизу? Какой-то мужик. Где старый Бриджит? Если бы я пришел раньше, они бы не погибли. Старый Бриджит без понятия где. Иду дальше по следу крови. Вот он, опять след крови. Опять след крови. Резервуар в парке. Чего? Найти Харри Джон. Я ее ищу. Ой, а что это такое красное? А, уже раз появлялся такой чудик. Идем к нему, подойдем. Какое-то красное существо. Кто ты такой? Рогатый. Остановись, мой сын, ты еще не готов. В смысле? Наконец-то. Я все думал, когда ты наконец покажешься. Уже раз встречал эту штуковину. Отойди, говорить нам ни о чем. Опомнись, неподготовленным ты не одолеешь чудовище, которое вырвалось на свободу. Когда я буду готов, я не пропущу тебя. Ладно, только не говори загадками. Хватит с меня таинственных песен и пророчеств. Я задаю вопросы, а ты отвечаешь. Суть моих слов прозрачна, как ключевая вода, но ты не желаешь пить. Слушать, учиться. Что ты тут не... Я должен помешать Харри Джонс. Почему ты выбрал меня? Почему ты выбрал меня? Только ты мог найти современное научное средство против древней... против древней сверхъестественной угрозы. Современное средство? Какое современное средство? Ты знаешь все о том, как распространяется болезнь. Загрязнение и заражение. Только такой, как ты, может спасти страну. Хорошо. Древняя угроза. Расскажи мне об этой древней угрозе. Кровь ненависти, воплощение гнева богини. Когда она просыпается, рождается кошмар. Ибо она есть голод и гнев.
назад. Как ты выглядишь на самом деле? Не понимаю, я и есть такой. Ого. Ты стоишь из крови? Из крови? Это снова какая-то загадка. Почему же? Я не состою из крови. Я и есть кровь. Кровь — это я. Передо мной кусок крови стоит. Это как понимать? Так было с рождения, так и будет вечно. Так, кто ты на самом деле? Назови свое имя. Имя нам, Легион. Я твой создатель, я слуга Алой Богини и защитник этой страны. У меня много имен. Назови хотя бы одно. Некоторые зовут меня Мирданом Вилтом, диким рогатым человеком. Но человеком я никогда не был. Я появился на свет из крови. Это жесть. Так, ладно, я должен помешать Харриет Джонс. Она разносит инфекцию. От нее расползается эта скверна. Понимаю и предостерегаю тебя. Харриет Джонс лишилась разума. Она несет смерть всему живому. Кровь ненависти породила ее и затмила. Ее взор. Что такое кровь ненависти? Это проклятие богини, это твой голод и жажда крови, желание убивать и карать. Смеяться в лицо Всевышнему. Что такое кошмар? Об этом кошмаре я знаю, что он уже нападал на Лондон в 1666 году. Кошмар — это чистая ярость, рожденная в крови. Кошмары появляются кошмары, когда наша кровь обрушивает на мир свой гнев. Королева обрушивает на мир свой гнев. Кто эта королева? Она алая богиня, королева крови. Когда я был молод, 100 поколений назад, ее называли Мориган. Ей поклонялись, она моя мать, и твоя тоже. Мориган какая-то. Мориган? Кельтская богиня войны? Ты думал шутки шутить? Кельтская. У нее было много обличий и имен. Истинную природу Алой Королевы не понять. Не понять ничего. Не объяснить, наверное. Ни тебе, ни даже мне. Я знаю лишь, что она мстительная мать. За что-то она постоянно мстит. Так, кошмар — это ли случайность? Кошмары появляются случайно, когда проявляется болезнь, которая спит в крови вампиров. Это современное толкование. Рождение кошмара и проще, и сложнее одновременно. Тогда расскажи, как ты это толкуешь? В кошмаре есть воля нашей королевы, когда богине угодно пройти по планете. Она формирует эту ужасную форму. Как-то все так запутано. Я только хочу остановить эпидемию. Хочу знать, как побороть эпидемию. Ты совершишь этот подвиг. Ты должен защитить себя от... От чего? От ядовитого поцелуя. Я знаю. Маккаллум выпил защитное снадобье, когда пришел убить меня. Я сделал противоядие более эффективным. С этими тоннелями тебе ждет последнее испытание. Я с самого начала знал, что ты справишься с ним. О, мой защитник. Так, что произойдет потом? Что я там найду? Куда приведут меня эти темные тоннели? Дитя мое, там решится твоя судьба и судьба всей страны. Скоро кошмар придет в этот мир. Так мы что, это концовка игры? Чтобы сокрушить нас и научить смирению, ты наша последняя надежда. Значит, так все закончится? Когда я убью это существо? Да, угроза развеется, словно дым, когда ты очистишь ее источник. Чистишь ее источник. Окей, понял. А потом, что станет со мной?
Мне это неведомо. Я не бог, твоя судьба в твоих руках. Понятно, дальше я буду сам решать, что мне делать дальше. Ты же наш защитник. Хорошо, я не твой защитник. Ты обманул меня. Из-за твоих интриг погибла моя сестра. Я стал убийцей и мучителем. Да-да-да. Твоим защитником никогда не буду. Скоро ты поймешь, что иногда без жертв не обойтись. Дети нередко затаивают обиду на своих отца и мать. Смелее, дитя мое. Хорошо, все, мы с ним побеседовали, он пропал. Так, я могу это отключить. Вижу кровь. Залажу наверх, вижу крови, кровишку. Полно чудика валяется. Это она всех по дороге уничтожала? Так, это что такое? А это нас переносит какую-то на арену. Ну, правильно, драться сейчас будем. Харриет, это Джонс. Вон она рыгает, блюет кровью. Ой, нет, это не кровь, это кислота, по-моему, это. Мне плохо, так плохо. Боже, какая она мерзкая. Я больна. Доктор, помогите мне, так больно. Я буду рад помочь. Так же, как вы помогли Дорис, лжецы. Все до единого. Она кислоту рыгает. Боже. Она вся опухшая. А что у нее в руке? Палки какие-то. Бедная моя доченька, я была плохой мамой. Но сама королева простила меня, дала мне шанс. Харриет, прекратите, я не позволю вам больше никого заразить. Не смейте вставать на пути алой королевы, доктор. У нее сиська торчит. Поэтому, судя по всему, можно было слушать, что случится. Ой. Так, походу... Опа, что-то вколол. В себе, да? О, кислота пошла. Что-то она дергается. Ой. Так, пятерка. Оп. Ой, взорвалась. Ой, ее сейчас бухнет, наверное, да? Что-то она кислотой. Ой, скользяем. 4. Кусаем. Так. Кислота. Кислота. Оп. Ой, попал по мне. Кислота. Блин. Опять. Нет, фигня. 4, 1. Бам. Ой, кислота пошла. Замахнулась? Получай. Замахнулась? Ой, не попал. Получай. Кислота. 4, есть там. Оп. Замахивается она, конечно, своей рукой долго. Это мой шанс ей нанести урон. Что произошло? Ой, как меня так перевернуло всего. О, кусаем вроде. Так, есть там. Так, задела рукой. А, поддела меня. Пятерка. Так, попал. Кислота опять булькает вокруг нее. У нее мало хп осталось, кстати. Попало как-то по мне. Попало по мне. 4. Сейчас рванет, походу. Восстанавливай себе. Ой, рвануло. Один. Я с кислотки. А что за кровяга? Вот она, алая королева. Так, вот я вас вижу, господа. Госпожа удача. Как мне ее атаковать? Я
не работает. О, работает. О, а могу с нее что-то получить. О, я могу ее так вот тоже бахнуть. Еще и могу с ружья своего пострелять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, уходим, уходим подальше. Ну там что-то пытается мне взорвать. Пятерка, пятерка. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, алая королева. Алая королева, получайте, получайте. Еще держи подачечку. Так, а сабелька у меня еще есть. Раз, два, три. Уходим назад. Пять. Так. Ой, какие-то непонятные пузыри появились. Ой, на чем-то еще и плюет. Так, пятерка. Так, я ее заморозил, по-моему. Сейчас пробую ее когтями бахнуть. Вот так себе. Ой, она тоже неплохо дерется. Надо себе КП восстановить. Так, вот с ружья моего получаю. Ой, она что-то мало урона получает от этого. Ой, что-то набахнула. Мало урона с этого получает. Аж пятерки. Пятерка, пятерка, пятерка. Она снова вызвала этих духов, по-моему. Да, эти красные кровяные чудики на меня бегут. Так, куда он? А, воздух она поднялась. Ай! Ай, попала по мне. А у нее какие-то вон, какие-то у нее клинки. Какие-то у нее. О! Она как-то странно выглядит. Пятерка, пятерка не работает. КП заканчивается. КП пятерка не работает? Не, работает. Работает, пятерочка. Нет? Черт. А, нет. Не понимаю, работает или нет? Попал, кажется. Ай, ай, пятерка. Так. Могу подкрасться пробовать. Когтями я бах. Рубанул. Ой-ой, опять я на своих демонюк повызывала. Кровяных. Ай, ай, ай. Где она там? Они взрываются как-то странно. Ай, как она меня поддела. Так, восстанавливаю ТП. Пятерка. Так, попробую сейчас когтями к ней подкраться. Я типа... А я ее типа застанил? А, не, пофиг. Раз, два, три, четыре. Война почти померла, кстати. Пятерка работает? Пятерочка. Типа как бы застанил ее. Как бы застанил, но не застанил в это время. Еще раз пятерку. Так, ну получилось теперь ее вроде бы. Так, двойка. Раз, два. О, я ее разрезал, кажись. Кровяную эту леди. Думаешь, твой защитник победил меня, дитя мое? Дитя мое, видеть тебя никому не под силу, ибо ты наша мать, и мы плоть от плоти твоей. О, ты всегда был самым забавным из моих сыновей. Тогда спи спокойно, моя королева, и улыбайся нам во сне. Они ощутили мой гнев, довольны ли они как никогда, милая мать. И это улетучилось. Улетело умирать. Жесть. О, какие-то бумажки остались. Что за бумаги? Все кончено, юный Экон. Ты победил это чудовищное существо. Кто это? Бриджет, что ты здесь делаешь? Я у себя дома, Экон. Здесь живут помойные скали. Они же мертвы, Харриет перебила их всех. Придут новые. Коварству вампиров нет предела. Я, конечно, не о тебе. Сейчас еще с ней, что ли, драться? Не, она вроде хорошая. Чикс. Так. Я думал, что тебя убили вместе с остальными скалями. Я искала в городе того, кто бы мне помог. Когда Харриет перевоплотилась, я даже не знала, во что. Все кончено. Кошмар больше не грозит Лондону. Мы все в безопасности. Да,
ты одержал победу. Надеюсь, ты простишь меня за то, как я обошлась с тобой во время нашей первой встречи. Что ты, не извиняйся. Может, об этой истории не сложат легенды и песни, но я буду помнить. Конечно, у нее кожа похвастанная такая. Что всех нас спас Джонатан Рид, новообращенный вампир. Для меня честь войти в легенды этого города. Спасибо, Бриджит. Позволишь мне еще один вопрос? Как я могу отказать? Спрашивай, и я отвечу тебе точно так же, как пару ночей назад ответила леди Эшбери. Кто ты на самом деле? В девичьей меня звали Бриджит Элинор Веллингтон. В 1738 году муж-вампир решил навсегда сохранить мою красоту и молодость. Он заставил меня выпить его кровь. Ты жена лорда Редгрейва? Этот напыщенный глупец прогнал тебя? Прошло около 200 столетий. Я уже обрела покой. Надеюсь, что теперь, когда все закончилось, то ты тоже обретешь покой. Нет, это еще не все. Я остановил эпидемию, но мне о многом нужно поговорить с женщиной, которую я люблю. Я боялась, что ты так скажешь. Иди же, юный Экон, иди навстречу судьбе. И помни, что я всегда готова тебе помочь. Гуд. Значит, это жена этого предводителя вампиров, я правильно все понял? Бывшая. Лондон очищен. Да. Древняя зловоле человеческое безрассудство едва не привели к катастрофе. Теперь мы в безопасности. На какое-то время. Я по-прежнему жажду крови. Алый, как ненависть, как голод. Как жизнь и смерть, переходящая от бессмертного к бессмысленному, от хищника жертве. Там что-то. Эта жажда еще даст о себе знать. Так что еще может Лондон очищен. Но все так же полон злобы, страха и обиды. Сколько еще продержится местные следующие бедствия и вопрос времени? Я хочу только найти ту, кого люблю, понять, почему она сбежала, и разгадать тайну, которая так долго скрывалась в ее крови. Какая-то загрузка идет, да? Да. Опа, красота какая. Что это за местность? Это замок старый разрушенный. Куда-то он приехал. Так, ну искать эту свою любовь. Ух ты, конек, автомобиль. Красный такой. Прикольная тачка. Такс. Вот мы пришли в какой-то замок. Вот и поместье леди Эшбери. Почему я не удивлен, что его нет на картах? Вот, ну, он такой какой-то разрушенный. Мне лучше поспешить. Так, буква F, нажимаем. Так, глава 7. Выясним, почему кровь леди поражает кошмаров. Чикс. Обновленные задания. Кошмар побежден. И Алая Королева вновь погрузилась в сон. Мое дело сделано, и мне пора идти, Элизабет, любовь моя. Я иду за тобой, я иду за своим светом истины. Молю всех забытых богов и падших святых. Падаю ниц перед гаснущими солнцами на кладбище звезд. Лишь бы ты меня дождалась. Найти способ пробраться в замок. Хорошо. Что это такое? Опять этот дух появляется. Здоровый носитель, найти способ пробраться в замок. Здоров. Прекрасное утро, дитя мое. Похоже, что заря наконец-то настала. Угу. Почему ты до сих пор здесь? Твоя драгоценная королева отправилась в бездонную пропасть, куда и пришла. История почти завершилась. Я хочу попрощаться. Солнечное тепло лишает меня сил. Вскоре я усну. Как и моя королева, все кончено. Поздравляю тебя. Спасибо.
об алой, о кошмаре. Почему Харриет Джонс превратилась в кошмар? Это ты, врач? Твои знания помогут ответить на этот вопрос. У тебя есть предположение? Я не знаю. И хорами становятся только женщины. И хоры заразны. Я заметил, что и хорами становились только женщины, словно мужчина не мог пережить превращение. Харри тоже была озлобленной женщиной, как и ее дочь. Если Морриган предпочитает делать своими орудиями обездоленных женщин, то мы должны благодарить судьбу за то, что в этот мир пришел всего один кошмар. Много женщин типа обездоленных. А хоры заразны. И хоры, похоже, переносят разные заболевания. Они не просто превращают людей в скалей. Они несут смерть. Кто знает, пробуждается ли Алая Королева, когда в мире смертных возникают такие эпидемии, или же болезни появляются, словно проклятие, когда она проснулась. Назад. Об Алой Королеве. Значит, люди достаточно настрадались, и теперь наша дорогая мать снова уснет? Нет, Джонатан. Морриган довольна тем, что ты посмел бросить ей вызов. Ты победил, мой защитник. Кем ты ей приходишься? Двойником? Противником в какой-то бесконечной игре? Она моя грозная и вспыльчивая мать, и твоя в некотором роде, но ты, в отличие от меня, не появился на свет из ее ужасной утробы. Ты лишь дальний ее родственник. Так, чего она хочет? Отомстить? Она ничего не хочет, но видит сны об этом. На одном древнем языке ее имя означало «Призрачная королева». Молитесь о том, чтобы она никогда не проснулась, ибо гнев ее не знает границ. Назад. Еще не конец. Не кончится. Сегодня я узнаю истинную природу крови ненависти. Не стоит вмешиваться в истории, которая так тесно связана с чужими страданиями. Я хочу, что будет с Аскалоном. Позволишь им незримо править страной? Я не вмешиваюсь в мелкие политические интриги. Аскалон был построен на лжи. Она не может существовать вечно. Но у лорда Рейдера в самом деле была кровь маршала. Чистая кровь величайшего рыцаря-вампира. В самом деле, интересно, как ему удалось ее добыть. Возможно, мне следует забрать этот артефакт, прежде чем уснуть. О стражах Привена. Но и с охранниками на вампира, охотниками. Они всегда будут искать Уильяма Маршала, который пережил уже две великие охоты. Не забывайте, что вы теперь тоже в их списке. На меня тоже охотятся. Что насчет братства? Братство не только старо, но и мудро. Его можете не опасаться. Братство, я чуть не помню, что там за братство. Я не боюсь. Вы полагаете, что это кучка ученых, зарывшихся в пыльные книги? Вера братьев была так сильна, что они извергли в пропасть дракона. Это просто легенда. Как и я сам. И вы тоже скоро станете ею. Так, уже я тоже буду легенда. Рид, я хочу видеть Элизабет. Я должен понять, почему Элизабет бежала сюда, когда узнала, что она есть здоровый носитель. Она не та, кем ты ее считаешь. Эта тайна тебе скоро откроется. А ты зачем ты здесь? Хочешь осуществить еще один древний жуткий план? Скажи правду. Я хотел поприветствовать своих сыновей и попрощаться с ними. Сыновей? Их несколько? Ты когда-нибудь перестанешь говорить загадками?
Возможно, я слишком стар, чтобы говорить с вами. Быть может, теперь у вас столько сложных слов, что вы уже не понимаете самые простые. А кровь Вильяма Маршалла. Кто твои сыновья? Почему вы прощаетесь с ними? Мой сын. Вы мой сын, как Вильям Маршалл. Капец. Мы лишь куклы? Сколько вы их уже создали? Значит, мы для вас просто марионетки, с помощью которых вы боретесь с спящей дьяволицей? Нет, вы мои сыновья, и я горжусь с вами. Я скорблю, когда вы терпите поражение. Так, назад. Давайте тогда я говорю. Ответь на мои последние вопросы. Какой? Ты победил эпидемию? Ты наш нашел этот замок, Джонатан Рид, и в нем найдешь свой ответ. Прощай. Друзья во сне. Ну идемте в замок наконец-то. Сколько можно уже с ним беседовать? Ворота открывай. Возможно, я смогу как-то проникнуть внутрь. Освещали? Аве. Тут не пройти. Какая-то должна быть тропинка, что ли. Так, подождите-ка. Как в замок попасть? О, тут какой-то проход, кажется, есть. Так, куда-то я забрел, куда-то я зашел. Так, теперь ступеньки сюда есть, налево есть ступеньки. Разных полно есть ступеней тут. Тут решетка. Тут тоже не пройти. Какая-то лестница. Тук-тук-тук-тук. О, дверь нет. Пробраться в замок, найти способ. О, дверь. Тут тоже будет закрыта, небось. Ну что ты? Хозяйка гостей не ждет. Да я понял, как бы уже. Что гостей она не жалует. О! Так, а тут. Запах духов, он уже чувствует Элизабет. Она где-то здесь. Опа! Дорожайшая леди Эшбери, старое письмо. Благодарю вас за ваше последнее письмо и за хорошие новости. Не могу дождаться встречи с вами, когда вы будете в Лондоне. Сад здесь так прекрасен под летним небом, хотя я заметила, что вы предпочитаете избегать жары и солнечного света в силу хрупкого здоровья. Буду рада вам в любой день. И я хотела бы обсудить вашу чудесную идею основать приют для юных леди в духе французского королевского дома святого Людвига. Как жаль, что его закрыли, когда французы решили: боже, мне уже писать эти слова. Вас страшно отрубить голову своему королю. Такое начинание, идея обеспечить хорошим образованием одаренных, но бедных сирот, без сомнения приведет в восторг многих друзей в Сити. Вы можете рассчитывать на меня. Я пущу в ход все свое влияние, и ваш проект будет иметь успех. Всегда ваша графиня Александра Саммерсет. Так, новое письмо у меня появилось какое-то. Тут, короче, хотели... It's locked. Невозможно это с этой стороны открыть. Ух ты, портрет. Портрет Элизабет Блэквуд, работы Яна Верма, 1600... О, это же... Это она? 666 года. Еще какие-то картины. Еще какая-то записка. Замок Эшбери, 1795 год, 21 сентября. Дорогой мистер Мак... Калистер, мне, как новому законному владельцу поместья Эшбери, не терпится приступить к давно требуемому восстановлению стен и крипты в замке. Я ознакомилась с предположениями нескольких архитекторов, предположениями, но ваше впечатлило меня своим почтением и сохранностью исторического облика зданий. Я буду рада встретиться с вами, когда вам будет угодно. Единственное мое требование беседовать напрямую с вами, а не через ваших помощников. Жду вас в любой вечер в следующем месяце, когда вам будет удобно. Вы можете приехать в замок, или же я могу посетить вашу контору на ваше усмотрение. Если вы согласитесь встретиться в замке, я могла бы показать вам, какой я вижу обновленную крипту в реконструкции, которой, вероятно, придется вложить немало труда. С уважением, леди Эшбери. Так здесь и в большинстве замков есть крипта, а в ней таится что-то особенное. Какая-то... Что за крипта?
О, это же я, по-моему. Мой портрет. Портрет доктора Джонатана Рида, работы Ладежбери, 1918 год. Любовь моя, ты повесила мой портрет. Я польщен. Чтобы он охранял тебя, пока ты спишь. Я польщен. Так, кровать. Хорошо, мы нашли кровать, мы нашли портреты. Что еще? А, буква В, может быть. Может быть, какая-то будет подсказочка. О, тихо-тихо-тихо, что там мелькнуло? Красное? Не показалось. Надо что-то какое-то... Что-то может быть. Замок рушится. Это да. О, а что за портрет? Портрет Ладежбери в Париже, 1888 год. Ольфовая башня. Только строится? Я не совсем понимаю. Что тут происходит у нас? Что за дверь? А если туда упаду? Наверное, не стоит туда падать. Ай! Ух ты! Это сладкий аромат. Духи Элизабет. Она была здесь совсем недавно. Так, это у нас... Поместье... Тайный проход отыскать. Никаких подсказок, ничего. Ну тут... Вот какое-то помещение. Ух ты! Портрет Элизабет и Джейкоба Блэквуда в Версале. 1788 год. Ничего себе. Ух ты, это что за портрет? Портрет Леди Эшбери, работы Винсента Ван Гога. Даже Ван Гог ее рисовал, ничего себе. 1885 год. Ну, в таком стиле Ван Гога. Ван Гога, да. Так, это я смотрел. Ковер, дверь. Опа. Так. Что-то такое. Какая-то тронная зала, щиты. Это что такое? Рыцари. Еще какая-то дверь, еще портрет какой-то. Ух ты, а это что такое? Еще куча портретов. Куча картин. Подозрительная картина. Какая? Какая подозрительная картина? О, мыши бегают. Я не сказал подозрительная картина, но какая из них? Вот это? О, тихо-тихо-тихо-тихо. Меч и луна. Вот символы, которые нужно найти. Луна-меч. Луна-меч. И что мне с этим делать, с луной мечом? Какой-то есть проход, вот. Дверь заколочена. Луна-меч. Запомнили? Где-то нужно вот это дело использовать. Боже, мне показалось, что кто-то сидит. Так, это я вернулся обратно. Наверное, там по ступеням наверх нужно забраться было. Луна и меч. Ступени. Еще какая-то дверь. Дверь отперта. Где это мы? Еще дверь. I cannot enter. Ага, я кругом пришел. Обошел кругом это все дело. I cannot enter. I cannot enter. Тихо. Опа, старое деловое письмо. Достопримечательная мисс Лэшбери, леди Эшбери, когда мы последний раз разговаривали с вами, вы спрашивали возможности приправить гроб из церкви Темпл в Лондоне в крипту замка в Шотландии. Счастлив сообщить вам, что ваша просьба на кейс будет удовлетворена моими людьми. Людям сообщили, что по соображениям безопасности гроб всегда должен сопровождаться стражи. Эти людей наняли вы, они будут ждать вас в Лондоне. Им также сообщили, что они при никаких обстоятельствах они не должны пересекать реку на судах, лишь вести карету по дорогам и мостам, поскольку драгоценному дереву и реликвиям вредна влажность. Предлагаю к письму детальную смету всех работ. Мы готовы из Лондона, как только получим оплату, с уважением, независимый подрядчик. Старое какое-то деловое письмо по перевозу какого-то гроба. А зачем мне это было? Зачем мне эта штукенция, а? Что это за дверь? Тут я был? Или не был? А, я сюда перелетел. Ага, я открыл с этой стороны дверь, куда я не мог ранее проникнуть. Вот, я ее приоткрыл. Дальше что делать тут, непонятно.
Картину вот я какую-то рассмотрел. Луна, меч. Луна и меч. Что нам с этого дела? Что нам это дело? О, там мышки бегают. Луна и меч. И что из этого всего следует? Подожди. Где-то здесь надо что-то переключить. О, тут тоже какие-то есть штуки, вон. One last switch and... Луна, вот, и чё? Не нажимается. Луна, а меч где был? Чё? О, меч. Вуаля. Вуаля. Луна и меч, нажал. Тут какой-то проход. Подземелье нашел. Записка. Древний фолиант. Ангел явился мне. Господь благословил меня. Михаил явился мне прошлой ночью во всем своем великолепии и блистательном ореоле крови и подарил мне бессмертие на закате моей жизни. Перед величием и ужасом этого видения я лишь склонил голову и закрыл глаза. Сраженный божественным ударом, я пал ниц и очнулся лишь после ночью. Так, тут длинный текст какой-то. Так. Длиннющий прям, я бы даже сказал. Я не могу его мотать никак. Древний фолиант. О, теперь могу. Ой, боже ты мой. Целая история. Я не буду в нее вникать. Я пойду дальше, посмотрю, что тут будет. Еще спуск вниз. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. И чего у нас тут? Какие-то шторы. Брось меч, отец, тебе нечего бояться. С кем она говорит? С папой? Говорит, отец, брось меч. Что же мы должны смириться, склонить головы? Нет, никогда. Ты научил меня этому. Капец, что с ним? Я чую кровь древнюю, но юную. Как странно. Может, испить ее, нанести удар? Не надо, отец. Это друг, отдыхай, я обо всем позабочусь. Берегись, Элизабет. От него веет ложью. Я знаю, отец. Меч. Где же вы пропадали, Джонатан? Меч берет все-таки. Боится. Брат, что будем, что ли? Это правда он? Да, Уильям Маршал, первый граф Пембургский, слуга пяти смертных королей, бывший регент и спаситель Англии. Величайший рыцарь всех времен, как некоторые говорят. И вы зовете его отцом? Он подарил мне вечную жизнь и многое другое. У меня много вопросов, Элизабет. Почему он умирает? Или он живой? У вас всегда были вопросы, доктор Рид. Я пришел к вам в это подземелье и не знаю, с чего начать. У нас еще остались несколько минут. Так, ты вернешься. Зачем ты сбежала сюда? Зачем ты сбежала? Когда ты сказала, что я здоровый носитель, мне больше нечего не оставалось. То есть тебе пришлось вернуться к источнику этой чумы? Да, чтобы наконец его уничтожить. Ты вернешься в Лондон? Нет, Джонатан, не вернусь. Как же твоя дочь? Шарлотта – сильная, независимая женщина, которая скоро получит все мои деньги. И обо всем позаботилась. Дальше дело за ней. Так, где мы? Что это за место? Это поместье Эшбери. Я унаследовала титул, когда купила замок. Тебя могут найти. Не бойся, что кто-нибудь найдет тебя. Это не так уж сложно. Я заставлю умолкнуть любого, кто пытается узнать мою тайну. К счастью, до этого редко доходит. Это твое место для уединения?
Укромный уголок? Скорее убежище. Давным-давно я поселила здесь своего отца, когда он заболел. Подождите, так он бессмертный или нет, этот Вильям? Лондон спасен. Я уничтожил кошмар, который превратил Харриет Джонс. Эпидемия остановлена, Лондон станет прежним со временем. Да, спасибо, Джонатан. Ты в самом деле спас город. Да, я могу. Мы спасли его, несмотря на все препятствия. Я убежден, что мы сделали это вместе, Элизабет. Меня убивает мысль, что я всему причиной, что все это произошло из-за моей собственной крови. Ошибаешься. Катастрофа случилась из-за аморального эксперимента и по воле такого... По воле такого злого существа, как я, не верю. Но его породила моя кровь, моя оскверненная кровь ненависти, отравленная кровь моего отца. Я здоровен и больше ничего. Так мы могли бы его излечить? Слишком поздно. Кровь ненависти течет в нем уже давно. Противоядие не подействует. Кровь ненависти. Я пыталась, поверь мне. Так, он опасен? Как ты думаешь? Он Экон, который не ел уже несколько столетий. Старший вампир, мечтающий убивать и распространять кровь ненависти. Спасения нет, он может разговаривать? Да, иногда он даже напоминает благородного рыцаря, который спас и воспитал меня. Но в его глазах всегда горит огонек злобы. Спасения нет? Сам он считает, что ангелы предложили ему бессмертие, чтобы он защищал слабых, боролся с силами зла. Зачем прятать его здесь? Почему ты его Уильям Маршал? Разве я могла его бросить? Он пожертвовал собой, когда отдал мне единственную дозу противоядия. Он дал тебе противоядие? Да, он понимал, что останется тут навсегда, но не усомнился в своем решении. Вот таким великим человеком был и останется Уильям Маршал. Как ты ему помогаешь? Стараюсь почаще навещать. Пишу пейзажи, которые он больше не увидит. Кормлю его своей кровью. Ты его кормишь? Ты мучаешь от голода, питаясь безвкусной кровью, умираешь, мучаешься от голода, но даешь ему свою? Когда он спас меня от кровавого безумия, я поклялась, что не буду убивать ради еды. Он поклялся тоже. Божки благородные, Маршал заразил тебя. Тебя заразил Уильям Маршал, первый носитель — это он. Да, он... Но он спас меня, пожертвовав собой. Спас тебя как? Слезами ангелов. Он очистил загрязненную кровь более старшей и сильной. И это помогло, правда ведь? Да, кровь — это главное для нашего вида. Скали, очищение, генеалогия. Ты уверена, что вылечилась? Да, Джонатан, я была просто... животным, которое обожало убивать. Я собирала кровавый урожай по всей Европе, мной управляла кровь ненависти. Но противоядие моего отца исцелило меня. Как же мы? Как же мы? Как же мы? О чем ты? Элизабет, ты знаешь моих чувств, но все равно исчезла, не сказав ни слова. Я беспокоился о тебе. Я люблю тебя, Джонатан. Я полюбила тебя в ту секунду, когда ты спас бедного мистера Хэмптона, забыв об опасности, повернулся к ней спиной. Мой глупенький новообращенный. Подожди, а прошло? Кто ты на самом деле? Как мне ответить на этот вопрос? Я прожила много жизней. Сменила много обличий для тебя. Я Элизабет Эшбери. И никим иным быть не хочу.
Мне больше не нужно боль. Я не смею вторгаться в частную жизнь. I understand. And I respect your desire for privacy. Thank you, спасибо, Джонатан. Так, как ты познакомилась с Уильямом Маршаллом? How did you meet William Marshall? Он превратился в Экона за несколько веков до встречи со мной. Он спас меня от верной смерти, сделав своим потомком. Почему он выбрал тебя? Спроси его сам. Ты винишь его? Не винила, даже когда он был заражен и укусил меня. Он мой отец. Он воспитал меня. Научил, как себя вести. Ты должна была рассказать мне. Нет, Джонатан, слишком много врагов жаждут развенчать миф об Уильяме Маршалле. Я не могу подвергать его опасности. Так зачем ты уехала сюда? Ты же знала, что я приду. Я не могу тебя отпустить. Я знаю, что кровь ненависти до сих пор в моих жилах. Только я могу положить конец этой трагедии. Я тебе помогу. Ты можешь мне доверять, Элизабет. Знаю, Джонатан, ты был самым верным моим союзником. Но это моя вина. Твой протеже согласится поговорить со мной? Я многом хочу его спросить. Спрашивай, Джонатан. Но будь осторожен. О, сейчас будем с Уильямом Маршаллом базарить. Так, боже, у него глаза какие голодные. И сам он из как будто бы Уильям Маршалл. Вот так-то ты выглядишь, да? Yes, sir, William. Сэр Уильям, поверить не могу, что говорю с вами. Вы ведь тот самый Уильям Маршалл. Вы служили Ричарду Львиное Сердце и его брата королю Джону. Да, в свое время, если хотите поговорить, подойдите ближе, слух меня уже подводит. Хочет укусить его! Вы прекрасно меня пишете, сэр. Так что вам нужно? О слезах ангелов. Я нашел ваши записи, посвященные противоядию, слезам ангелов. Как вы его создали? Однажды я понял, какие там ингредиенты. Я взял слезы короля Ричарда и чистую кровь. Бесстрашной Боуди. Как вы нашли такие реликвии? Король Ричард и Боудика, как вы нашли такие реликвии? У меня ушли годы на то, чтобы узнать потайное место. Затем пришлось выяснить формулу. Кажется, ее хранило какое-то древнее братство, кажется, Орден Святого Павла. Она сработала? Да. Слеза очистила почерневшее сердце бедной Элизабет. Я возблагодарил небеса, когда она снова улыбнулась. Так, назад. О кошмаре. Я нашел и победил кошмар, который грозил уничтожить Лондон. Знаете, теперь страна в безопасности, сэр Уильям. Значит, я могу назвать вас братом? Его яд на вас не подействовал? Даже если он вас оцарапает, это может представить опасность для нас, для вас и для всех, кто вам дорог. Кого вы одолели? Вы тоже победили одного из них в 1660 году. Кто это был? Гнусная ведьма, которая сеяла в городе чуму с помощью армии крыс. Но она не один месяц пряталась в пекарне на Пунг-Лейн, прежде чем я нашел ее. Как вы ее победили? Кошмар. Мы сражались несколько часов. В конце концов, пришлось запереть ведьму в соборе Святого Павла и поджечь его. Я хотел удостовериться, что она умерла. Поджег собор Павла. Скажите о крови ненависти. Как на вас влияет кровь ненависти? Как вы ощущаете ее действие? Кровь ненависти... Она не страшнее Чиха. Чиха, который сдерживался так долго. Что теперь мог бы разрушить крепость. Бургуй мерзкий. Скажите мне о вампирах. Вампирах? Что именно? Вы часто с ними встречались? Что вам известно?
Они ужасные. В свое время я сражался с ними. Это отвратительные искусители со острыми когтями и клювами. Не встречал таких существ. Я никогда не видел таких. О чем вы говорите? Клювами? Конечно, не видели. Вампиры смертельно опасные. Смертельные и неумолимые. Где вы встречали таких созданий? Последний раз это было у кельтского храма при Солсбери. Жуткое, всеми забытое место, кошащее призраками и разносчиками болезней. Так, поговорим о Морриган. Об Алой Королеве? Что вы хотите знать? Вы ведь видели ее? Лишь однажды, но она не перестает петь для меня. Ее песнь о крови и войне завораживает. Кто она? Знаете? Я не хочу говорить об этом в присутствии моей милой Элизабет. Почему? Когда-то она тоже слышала алую песнь, и ее танец под эту мелодию принес миру немало страданий. Назад. Вы помните Миргина, своего слабого? Меня, как и все его на земле, создал Бог, а через своего архангела Михаила он подарил мне жизнь вечную. Но Мирдиан, Михаил, вампир, он превратил вас в создание ночи, которое пьет кровь. Да, раньше я питался кровью недостойных, но потом был наказан за обман. Теперь я узник, который полагается только на милую Элизабет. Вас освободить, выпустить вас. Вы можете... Хотите этого? Я молюсь о том, чтобы снова увидеть небо. Я почти забыл его цвет. На свободе я бы мог... Что бы там мог? Многие сделать, но выпускать меня было бы неразумно. Вы останетесь здесь и будете каяться? Элизабет сказала, что ждать осталось недолго. Она наконец-то коснется моей щеки и освободит меня. Время пришло. Она его сейчас зарежет, походу. Да, отец. Может, выпустишь меня? Хочу последний... небо. И есть небо, и все его звезды. Я не побежден, ибо радостно приветствую карающий меч, свой меч. Ты погибнешь, не зная поражений. Тём? В лобик. И чё, она в голову ему трубит, небось? Ну да. Ура! О, мама мия. Прощай, отец. Все, без башки. И ты прощай, Джонатан. Я не могу жить, зная, что я здоровый носитель, как ты выразился. Пламя уничтожит яд, который у меня в крови. Нет, я этого не допущу. Я приношу лишь смерть, Джонатан, и это невыносимо. Я доктор Джонатан Рид, защитник Мирдана, чтобы спасти Англию от падения вампиризма. Я излечу тебя. Что? Вся наша суть — это кровь, Элизабет. Само наше существование зависит от нее. Со времен я доработал лекарство, которое тебе дал Уильям Маршалл. Время на нашей стороне. Я не могу так рисковать, Джонатан. Никто больше не пострадает по моей вине. Элизабет, поверь, я могу тебя спасти.
Поверите, Джонатан, не слишком ли я рискую? Тогда я останусь с тобой и не уйду, пока не найду лекарства. Ты не понимаешь, о чем говорит Джонатан. Уильям потерял разум, но ему хватило сил голодать столетиями. Сомневаюсь, что мы на такое способны. Запремся в доме, я найду все необходимое и буду работать здесь, пока не вылечу тебя. Выкинул глаза. Ты сошел с ума. Кто заботится о нас? Кто нас освободит, если это займет десятки или даже сотни лет? Она остается старая Бриджит. Вижу, ты не шутишь. Ты готов пойти на это. This is crazy, but I believe you, Jonathan. Вот такая вот история любви. Жесть, меня аж слезу пустил. Возносится к небу молитва о том, кто ходит дорогу свою, должно выбрать дитя, там что-то. Путь завершен, и дорога выбрана. Ты спас Англию, обуздал свою жажду. Прощай, мой дорогой защитник. Ты поставил себе новую цель, я больше не нужен тебе. Моя королева уснула, и я скоро присоединюсь к ней. Until at last she rises, но она снова пробудится, ибо голод ее вечен, там что-то. Офигеть. Вот такая концовка крутая. Там можно было еще диалоги почитать. Все, пошли титры. Игра пройдена. Ролик получился супер длинный, но оно того стоило. В эту игру пройти до конца. Можно это как-то опустить наверняка, да? Перевернуться в меню. Наконец-то эту игру пройдена до конца, надеюсь. Ну, я понимаю, что много игра не набирала просмотра, она уже не актуальна такая была, как на выходе. Но, тем не менее, все равно я получил удовольствие, что наконец-то ее до конца прошел. Увидимся в следующих видеороликах. С вами был Неломоб. Всем пока-пока.